Наших домов уже не горит свет, в очаге потух огонь. По всему дому разносится вонь. В каждой комнате разлагаются тела. На лицах можно прочитать, чем они жили, но не тем, кем были. Всю жизнь они грешили, за это они жизнью расплатились. Мечты словно о камень разбились, а раньше они собою гордились. Всюду слышались их имена, ихние дела прославлялись. И этого все больше похоти утопали. Люди их предупреждали, в ответ оскорбление получали. Тем самым, где богов получали. И ангелы падали с небес от страшных грехов человечества, перечислить которых уже нет сил. Лишь сотни тысяч могил по всему свету, святых на пальцах пересчитать. Грешников тьма, солнце уже не видать. Тех, кто удержался, запретный плод отведать. Да, видать небес им не видать. И хоть мы понимаем, что небеса — это обитель души с Богом, он приказал не открывать нам всех тайн про этот вечный дом. Бла! На краю света, где нет лета, прорастает семена идей без яркого света. Страх давно покинул эти места. Величайшая сила просторы души открыла. Старая земля перетерпела тысячи войн разных империй. Такова судьба планеты, скрывая ответы. Цели тех куплетов известна только мне. Горячих в огне слов, потерянных голосов, а также снов, происходящих истин. Вот я просто, я психолерика живет только под землей. Там, где грязные мысли разрывают оковы, слова истины сильнее удара грома. Сильнее удара грома.